Милые девушки, за мной река Лососинка, наверное, самое бурное ее течение. Сегодня нам эта река поможет вспомнить древнее народное поверье, как выбрать жениха. Дело в том, что в свое время у нас были очень чистые реки, и в этой чистой воде водились раковинки, в которой лежал жемчуг. Жених, когда просит руки девушки, он должен принести эти раковинки. Не жемчуг, а раковинки. И при девушке эти раковинки вскрывались. И вот девушка вскрывает одну раковинку, а там нет жемчуга. Вскрывает другую, снова нет, третью, четвертую, пятую. Она подходит к лампаде, задувает ее, мол, до свидания. Считалось, что если жемчуг не идет к человеку, значит, у него нечисты помыслы, а другой придет. Вскрывают, и буквально в каждой раковинке жемчуг. Ну, то есть, и ведь есть практический смысл за всем этим. Ведь надо же было найти такое русло реки, где попробовать сначала и найти действительно реально жемчуг, а потом уже собрать и принести невесте. Значит, ты более практичный мужик. Ты-то мне и нужен. Вот такие были поверья. С 8 марта вас, милые женщины!